начала года доля поездок в автобусах транспорта Верхневолжья, оплаченных с помощью приложения «Волга», увеличилась в более чем 1,5 раза по сравнению с 5 месяцами прошлого года. С января по май пассажиры оплатили около 2 700 000 раз, в то время как в 2023 году 1 700 000. При этом подвижным составом транспорта Верхневолжья жители региона с начала года воспользовались 43 400 000 раз. Чаще всего с помощью мобильного приложения проезд оплачивали жители Твери. Количество пользователей «Волги» на сегодняшний день составляет более 503 тысяч человек. С его помощью можно также онлайн отследить автобусы на карте, построить маршрут, пополнить баланс транспортной карты и купить абонемент. Оперативно узнать об изменениях в расписании и маршрутах и даже следить за актуальными новостями нашей области.